Газ, быстрее, газ. Друзья, привет, я сейчас у сестры в гостях. Сестра кормит племянницу. Ой, племянницу. Мою племянницу, свою дочку она кормит. Настя. Ну пойдем-ка кофе попьем. Ну подожди же, не может докормить ее. Она вот кожа. Она вот кожа, да. Люнь, не ешь. Кожа, быстрее. Делай так. Фу. Фу. Настя, ам. Да она не хочет. Уже эта капля осталась уже. Настя, смотри. Настя. Скажи, отстань уже, мам, не хочу я. Ну скажи, ну что ты уже повязала? Снеси водичку нам теплую. Неси нам теплую. После водички еще раз. Неси нам теплую водичку. А бутылка где? А где? Вот она бутылка. Да, баба дает. Настя, смотри. Вот, друзья, сейчас, короче, попью кофейку и пойду в садик за своей доченькой, за Лизочкой. Вы Лизочку все знаете, да? Вот, теперь буду это снимать ее на видео, посмотрите. Теперь Настеньку знаете. Вот тут у нас что тут? Кофе вот такой вот. Такие вот. Сникерсы, конфетки. Вот такой вот сыр у нас. Сыр-сырок. Вот кофе у меня вот такое. Давай штаны оденем. Ну а чего вы туда не идете? Мы свободны. Сейчас. Один, не мы колготки, мы свободны, один плавники. Обденем. А ну что, нет плавников? Ира, ты слышала песню такую? Ай, диги-диги-най. Нет. Русская. Ну просто, я тебе включу. Не слышал? Что это? Ой, да я не помню, там кто же. Нет, ты такие песни не слышишь. Слушаешь, признайся. О, Господи, Гриша. Она, друзья, она слушает такие песни. Просто, она просто стесняется говорить. Да, конечно. Она обожает вот такие песни. Я уже нашла. А еще она любит песню эту. Николай. Да, это тоже. Где же твой талалай? Нет, я был Николай. Николай, Коля, покажи свой талалай. Николай, покажи свой талалай. Ну, на просто по приколу, чтобы посмеяться. Да, Настя? Николаша. Давай. Надо вот массаж снять. Ты не хочешь массаж снять завтра, Гриш? Настя. Массаж? Да. И мне скинет. Да? А зачем? Ты можешь себе скинуть. А зачем ты? На память. Интересно же. Потом вырастет ей показывать. Какие массажи делали маленькой. Не хочешь? А мне сбросишь вот так через эту почту, как тогда. Помнишь? Ты да, ну да. У тебя просто качество хорошее. Ну пошли туда, в зал. Или как это правильно называется? Не зал, а это прихожая. Это гостиная. А, гостиная. Думал, это прихожая. Нет, прихожая это коридор. Прихожая это коридор. Вот так, отсвечу. Иди сюда, Саня. Говорю, Николай. Настенька, а что ты хочешь? Давайте, я туда к ней пойду. Не, не включай, а то будет нарушение авторских прав. Я пока видео снимаю. Сейчас я быстро досниму. Бурёнка даже. Нет, да идет на все.
Даже, короче, как-то играла народная песня, и у меня потом было нарушение авторских прав, прикинь. А почему? Ну, потому, сейчас вообще правила ужесточились на Ютубе. Видишь? Да, она будет она. Мам, пей, пойду мне. Она хочет правильно. Не хочет, понимаешь. Ты не забрала отсюда? Уже надо перебрать. Саша, звоните. Да, хорошо. Машину дома. Умря, мам. Все позаботились. Миша, у тебя какая любимая еда? У меня нет любимой еды, мне много еда нравится, разная. Из овощей. Из овощей? Да. Мне нравятся тушеные баклажаны. А у меня картошка пюре. Нет, мне картошка пюре тоже нравится. Картошка пюре с рыбой жареной, или с сосисками, или с котлетами, или с жареной курицей. Или со скумбрией копченой. Или со скумбрией. Да даже с селедкой вкусно. Приходи к нам вечером, мы будем делать. Не, вечером меня я буду занят. Я буду у Лизочки. Картошку, да? Да. Вечером будем скумбрию делать. Вечером я буду у Лизочки. Картошку пюре. И с Таней будешь. И с Таней. Я с Лизочкой пойду гулять. Просто. Потом вечером пойду домой отсыпаться после дороги. А ты снимаешься? Да, я буду петь песню «Николай, Николай». А что это? Я на стол выкладываю это все время? Коля, Николай. Освободите Славика, освободите Славика. Прошу вас, Ир. Да, прошу. Ир, ну куда ты ушла? Сейчас. Я же у тебя в гостях, я снимаю твои гости. Ма, ешь конфеты. Давай. Ешь, мам. Я все поела. Ир, спой песню на бис Николай. Лежа. Чё? Знаешь, сколько будет просмотров? Где? Знаешь, сколько будет просмотров? Сколько? Много. У меня одно есть видео, где уже больше 50 тысяч просмотров. И что там за видео? Как кошка старая. Нет. Старая кошка? Нет, видео называется... Или когда я ушел в Рус? Нет. Видео называется «Сосед очень громко слушает музыку». Больше 50 тысяч просмотров. И все больше и больше. Это, прикинь, больше, чем население города Курчатова. Люди смотрят, значит, им это интересно. Можно вообще на такой фигне это... подняться. А? Я в жизни это бы не смотрела, даже это смотришь, а люди смотрят. Да. Вообще. Мам, Ната, как ты не кормящая мать, попробуй. Выкинуть или хватит? А что у вас так все протухает? У вас глаза забегущие, наверное. Вы много накупаете, а потом все портится. А есть никто не есть. Саша не ест. А потом Николай, Николай. У Саши аппетита нету. Но мы, женщины, мало едим. Да? Не знаю, когда в Москве он был, тоже у него нормальный был аппетит. Я не заметил, что у него нет аппетита. Да? Это врач сказала, что это, у тебя плохое самочувствие, потому что ты не ешь. Ты должен в школе питаться. Ты должен утром завтракать. Ну, утром завтракать. Когда? Не всегда он завтракает. Николай, Николай, Николай. Ты же посидел здесь. Что, я посидел 25 лет. А почему? Такая структура волос. Я думала, от стресса. Наверное, нервы трепал кто-то. Это не от стресса, а от структуры волос. А как это посидел? Кто? Вася после армии. Нужного не было. Пришел седой. А ты с ними общаешься? Ну как-то его нигде нет. У него одноклассников, ни в Фейсбуке. Да? Ни ВКонтакте, нигде. Яна же есть в этом, в Скайпе, я знаю. И в одноклассниках Яна есть. Ты сообщайся же с Яной. Да я сколько Яну просил.
Чтобы она позвала Васю с ним пообщаться. Так она не позвала. Да, что она говорит? Скажу. Уже, наверное, лет 10 она говорит. Ну, так ты скажи, давай на сегодня договоримся, в 7 часов я буду звонить, чтобы он пришел. Вот так. Я так с Дусей договаривался, я ее просила, она звала Дуся. Да? Я говорила, я буду звонить в 7 вечера, да. А ты сходи к Дусе и скажи, ну, в 7 часов я буду звонить, чтобы она к тебе пришла. Я с ней два раза так разговаривала с Дусей. Да. По скайпу. Бонс. Вкусная конфета. Ладно, друзья, всем пока. Вкусно? Спасибо, что посмотрели мой видос. Подписывайтесь на канал. Видос. Всем буду очень рад. Я буду рад буквально каждому подписчику. Желательно лайки. Пальчики вверх. Нет, пусть как хотят. Можно и вниз. Нет, пусть вверх. Вот. Ну и всем счастливо, всем пока и до новых встреч, вниз друзья. Не надо, лучше увидимся. И лучше умолчите тогда.